Ибице появилась новая пятерка. Это отремонтировали отель Palladium Resort and Spa на Playa del Bosque. И теперь вот у него подняли категорию, теперь он продается, ну, действительно, как 5 звезд, имеет ли категорию 5 звезд. Вот, в принципе, что они сделали? Они обновили все номера, сделали полный ремонт. Вот такая, такая территория здесь. Вот такие корпуса с видом на море. Да, через забор видно море, там дюны и выход на пляж. Вот, сюда помещается, как мне сказали на ресепшене, 1450 человек. Это очень серьезная заявка для Ибицы, потому что это крупнейший отель Ибицы. Что я больше даже не могу припомнить, какой отель здесь больше по размерам. Вот, так все симпатично. Вот, они уже работают весь май. Вот, и принимают резервы, так что заходите там на booking.com куда-нибудь и забивайте себе самые лучшие номера. Вот, вот здесь вот такие места для завтраков. Еще номера всякие. Вот там у всех вид на море, свой балкончик. В принципе, пятерок с выходом к пляжу на Ибице раз-два я общался. Их очень мало. Вот. Так что приезжайте на Ибицу, ждем вас.